Очень рад сегодня разделить с жителями и гостями города Урюпинск этот замечательный праздник. Праздник, который выходит далеко за рамки и границ этого города. Почитание иконы, чудотворной иконы Божьей Матери, именуемой Урюпинская. Здесь все пропитано благодатью Царицы Небесной. И видно, как народ любит этот дивный образ Божьей Матери. К ним стекаются сотни и сотни тысяч людей. И, конечно, мы знаем поговорку, что пустому колодцу за водицей не ходят. А почему приходят люди в этот день, и не только в этот день, Божьей Матери? Потому что они получают от нее многую-многую помощь, духовную поддержку, избавление от скорбей, болезней и зол. И, конечно, в сегодняшний день субботы торжества каждый из нас надеется на то, что Матери Божия подаст ему и свою благодать, свою милость, какую-то свою радость. Я желаю о том, чтобы все причастники и участники сегодняшнего дня торжества Божьей Матери получили от нее наступление и покров, благодатную помощь, и чтобы она была путеводительницей их семьям, их детям и им самим к жизни вечной Царства Небесного, вечной радости во Христе Иисусе Господе нашем. Сам полетит.